Ну что, всем привет. В общем, небольшой вложик. В общем, такая картина. С утра пришел, открываю дверь. Я уже тряпку сейчас скинул. Посмотрите здесь. И здесь тормозуха в салоне. Я, в общем, снял шток. Посмотреть, оказывается, уплотнители все были уже изношены. И поэтому вся тормозуха отсюда потекла. Это я перчатку сюда положил уже, блин. Ну, отсюда потекла, и все в салон. Пришлось снять. Сейчас тоже вот главный цилиндр снимаю с тормозов. И главный цилиндр сцепления. Пока все откручивается хорошо. Никаких проблем нет. Вот видите, ключ на 12, все крутится. Все эти сорвал. Хотел вам показать, смотрите, какая херня здесь. Это вот это красная, это старая тормозуха. А вот я новую добавил. В тот день же в бачки заливал тормозную жидкость. Вот, вот в таком она состоянии. Это-то ладно, я сниму. Тоже потом восстановлю. А сейчас я хочу сделать сцепление, потому что все в салон текет. Снял шток, разобрал я его. Вот от него запчасти. Ну, стопорное кольцо, шайбы, в общем, все его дела. Вот они, запчасти от него. Пока все в ведерке лежит. Вот раз и два. И вот от него. Этот стоял здесь, этот стоял впереди. Это вот от него, видите, они маленькие. А здесь у меня есть запасные, но это правда, когда я на еже делал сцепление, у меня остались. Вот. Но я посмотрел, они вообще не подходят. Смотрите, какой размер. Размеры вообще отличаются. Сейчас не знаю, съездю, посмотрю в магазине, может, какие-нибудь есть похожие размеры. Пока все сюда положил. А так вот этот сегодня решил заняться сцеплением. Ну и тормозами. Без тормозов тоже опасно ездить. Сразу все сделаю, и сцепление сделаю, и тормоза. Сейчас ремкомплект посмотрю. Что-то карбюратор выписали, попробую просверлить. Да, попробую, просверлю. Сейчас смотрите. Я там заслонку буду шевелить. Вон, видите, заслонка. Вон она. Видите, заслонка ходит. Так, теперь я там буду шевелить ее изнутри. И здесь она. Эта железяка будет крутиться. Видите, крутится. Ладно, это я вам просто показал принцип работы. А так, в принципе, все. Вот сейчас я это все снимаю, разбираю. В принципе, разбирать тут ничего сложного нет. Здесь открутил и снял штуцер, и все, проблем нету. Снять-то я сейчас сниму, это не проблема. Главное найти эти резиночки, чтобы они подошли. Так, ну вот, все снял, смотрите. Вот в таком состоянии. Главный цилиндр сцепления. Какие-то надписи, ничего. И главный цилиндр тормозов снял. Здесь вот одну сломал, это штуцер белый. Пластик. В общем, все открутилось хорошо. Все нормально. Еще вот этот бачок у него этот треснул штуцер. Или от холода, или от старости. В общем, надо бачок поменять. Вы еще писали в комментариях, почему такие ролики короткие, типа того. Дело в том, что я на улице-то зима, я же не летом разбираю, не в теплом гараже. Поэтому камера на морозе быстро садится, и стараюсь без камеры быстро все разобрать. Ну, зачем вам смотреть, как я 10 минут откручиваю там болты. Так я вам показал примерный результат. Также надо будет снять барабаны, посмотреть, в каком состоянии там поршни. А пока на сегодня все. Вот такой получился вложик. Всем удачи, всем пока.